Снег ложится белый-белый на пригорки и дома, искры инеем одета наша русская зима. Хорошо, что каждый год к нам зима приходит, песни звонкие поет, хороводы водит. Ребята, а подарки будем дарить? Конечно! О, значит, без меня. У меня на всех денег не хватит. Подарок он и есть подарок, не обязательно дорогой. Например? Да, пожалуйста, нитки долгой счастливой жизни, монетка к богатству. Колечко круглосветного путешествия. Подушка к ярким и красочным снам. Матрешки что-то с модной одежки. Конфетка к сладкой жизни. Скрипки к встрече с новыми друзьями. Чтоб гостей не в проворот было в доме целый год, на столе всегда пирог. Ну, это понятно. А вот чтобы поздравить жителей всего нашего города, какой подарок сделаем? Надо подумать. Стоп, меня осенило. Что? Осенило. Давайте песню споем. О, удивил. Мы всегда поем. Мы поем русские народные, фольклорные, хороводные. А я вам предлагаю. И правда осенило. Давайте попробуем. Вы что, прям в этих костюмах? Ну да, будет даже интереснее. Ну давайте попробуем. С Новым годом, Жигулевск! Подарит вам успех, и в вашем доме прозвучит веселый звонкий смех. Пусть рядом будет верный друг и в праздник, и в ненастье, и пусть ваш дом и дом друзей всегда приходит счастье. Хороший год!